27 регионов, около 400 участников. В смене стартовал Всероссийский фестиваль учащейся молодежи «Мы вместе». Проводится Российским союзом молодежи с 2010 года. Его учредителями являются Министерство образования и науки Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации. Здесь не просто делегации регионов Российской Федерации, здесь победители Всероссийского онлайн-конкурса «Мы вместе». Весь год они совершали замечательные добрые дела, реализовывали социальные проекты на тему межкультурного взаимодействия. И лучшие регионы здесь. Хочу поздравить вас с открытием этого замечательного фестиваля. 6-й год. И традиционно в смене, лично для меня, это большое событие. Мне очень приятно, вот здесь вышли ребята в таких замечательных костюмах, а это означает, что столько культуры, абсолютно разные люди, абсолютно разные национальности. Это просто круто. Молодцы, мы вместе! На фестиваль «Мы вместе» приехали самые активные и целеустремленные мальчишки и девчонки со всех уголков страны. В течение года они участвовали в онлайн-конкурсе «Мы вместе» и реализовывали различные социальные проекты на тему межкультурного взаимодействия. Дорогие друзья, этот год для нас очень важный. Российскому союзу молодежи в этом году исполняется 25 лет, 31 мая. Нашему партнеру, замечательному центру «Смена», 30 лет, 1 июня, вот так дружно, рука об руку, нога об ногу, мы идем много лет и реализуем лучшие молодежные проекты. Каждый день это гости, это море впечатлений, эмоций и незабываемые мгновения, которые можно получить только здесь, во Всероссийском детском центре «Смена». Участников фестиваля ожидает насыщенная программа. Они будут встречаться с известными политическими деятелями, артистами, писателями, журналистами, знакомиться с особенностями культуры регионов России, презентовывать свои молодежные организации, развивать творческие и профессиональные навыки. Я жду новых знакомств, новых друзей. Хочу расширить свои познания в традициях. Хочу узнать больше много новых народов. Хочу вам развлечься, в конце концов, я отвечу от учебы. Национальные костюмы, песни, танцы. Каждый номер, представленный на открытии, был ярким. Мы приехали не первый год, нам здесь очень нравится. Мы приезжаем познакомиться с другими регионами, узнать их обычаи, культуру. И, ну да, найти новых друзей. Выбирает дорога меня каждый час. В этом году к участникам фестиваля присоединились юноши и девушки из Севастополя и Крыма. Я ожидаю очень много эмоций больших, больших знакомств побольше, потому что мы только год назад вступили в Россию и хотим, чтобы мы воплотились, все были сплоченные, дружили. И чтобы мы были такие единые и держались такой большой страной. Фестиваль «Мы вместе» объединяет молодежь разных национальностей со всей России. Именно здесь, в смене, юноши и девушки обретают новых друзей, знакомятся с традициями и обычаями других регионов и получают возможность совместно обсудить актуальные молодежные проблемы с представителями власти.